хотела показать. Мама купила, вот продается оливковое масло в Египте. Оно, оливки, они здесь прям растут, кстати. Вот, место называется Сивой. Вот это оливковое масло с Сивой, оно считается самым лучшим в Египте. И вот в Александрии недавно открылся у нас магазин, и там продают вот как раз вот это оливковое масло. Вот. Он продается в пластиковых упаковках, есть в стеклянных бутылках. Литр такого масла в пластике стоит 100 фунтов, а в бутылке литровой 120 фунтов. То есть это вообще очень дешево. Это, наверное, где-то... Сколько это? 6 долларов, что ли? 7? Ну, может быть, 7. Ну, где-то в районе 7 долларов. То есть оливковое масло настоящее. Оно считается, это самое лучшее, высшее качество, да. Мама взяла подешевле, да, мам? В этой... Я взяла пластики. В пластике. Пол-литра здесь? Да, вот, пол-литра. Вот. То есть вот такая. Продается еще в стеклянных. Потом также задавали вопрос. Женщина писала, просила узнать по поводу черного тмина. Хабат-эль-Барака, да. И она хотела купить, я не помню, сколько литров. Неважно, я узнала, не привезли. Они обещали, что привезут тут в этом магазине Хабат-эль-Бараку. То есть масло Хабат-эль-Барака. То есть это масло черного тмина. Вот, но они не привезли, но у них есть... Вот такое. Не привозили, потом скупили. Нет, не привозили. Вот, я подходила не так давно, но они не привозили. Вот, то есть, как есть оливковое масло, вот такое, также есть масло черного тмина. Вот. Но у них его не завезли, но у них появился мед. Мед вместе вот с Хабат-эль-Барака, вместе с черным тмином. Очень полезно. Натуральный мед, оттуда же он с Сивы, то есть вот с этих мест. И это очень полезно. Вот. А вообще о полезности черного тмина можно посмотреть много очень информации, что это буквально лекарство от всех болезней. В исламе черный тмин, это как считается лекарство... как профилактика от всех болезней. Вот. Так что мед сколько стоит, мам, с Хабат-эль-Баракой, с черным тмином? Вот эта баночка 50 паундов. Вот такая вот баночка. А, вот, кстати, здесь написано. Вот такая баночка меда с черным тмином стоит 50 фунтов. То есть это значительно дороже, чем обычный мед. Но надо учитывать, что это действительно натуральный мед, никакой там не подделка, натуральный мед, который привозит именно вот с этих мест Сивы. И он очень полезный, и там плюс еще есть вот это вот Хабат-эль-Барака, черный тмин. Чуть меньше 3 долларов. Да, то есть это вообще как бы копейки. Это доллар сейчас стоит чуть больше 17 фунтов, поэтому это где-то в районе 3 долларов. Вот. Банка сколько тут? 300 грамм, да? 200, наверное, грамм, небольшая 50, баночка, наверное. Поэтому, соответственно, килограмм будет стоить, наверное, 250, наверное, может быть, 250, тут почему-то не написано. Килограмм будет стоить 200 паундов. Да, то есть килограмм будет стоить 200 паундов, но это стоит того, чем покупать просто какую-то подделку, от которой, как говорится, ни горячо, ни холодно. О пользе черного тмина можете почитать в интернете, очень много информации, вообще это очень полезная вещь, именно масло черного тмина, сам по себе черный тмин именно вообще рекомендуется по сунне выпивать утром натощак, столовую ложку оливкового масла, потом съедать. Какая бутылочка привезла? Здесь написано прям Сива. А, это что такое? Это ты у них покупала, да? Ой, извини. До того. А, вот мама вот до этого у них покупала. И вот, кстати. Я попробовала. Очень... Да, мама купила сначала маленькую такую бутылочку. Вот. Вот такая бутылочка. И сколько такая стоила? 20 паундов. 20 паундов? Очень недорого.
Это та же самая компания, да? То есть тут написано, можно посмотреть, это 100% органик. Вот. Поэтому вот оно очень полезно. Это очень полезно. И вот натощак по сунне, по исламу, как бы принято выпивать столовую ложку оливкового масла, потом съедать меда, да, тоже столовую ложку, ну, да, натощак. Да, и плюс еще рекомендуется, вот, кстати, вот с этих мест Сивы, там есть очень хороший балях. Балях это как? Финики. Вот, финики. И вот как раз по сунне пророка тоже считается очень полезным. Если съесть натощак 7 фиников, то что там будет? То защита от шайтана на весь день. Да, то это защита от шайтана на весь день, да и вообще как бы от сглаза, от всего остального. Самое интересное, что у них есть сорт фиников Аджила. Это саудийский, это самый лучший сорт. Это вот считается вот именно, если съешь натощак, 7 фиников Аджила. А, вот, мам поправляет, дополняет, что именно если натощак съешь, по сунне пророка, если ты съешь 7 фиников натощак именно сорта Аджуа, то к тебе не подойдет шайтан целый день. И вот от сглаза, от всего остального, это очень полезно вообще. Как бы защита очень хорошая. И именно натощак, и вот именно по сунне пророка, вот это очень полезно делать. И в этом нет ничего, каких-то там заговоров, какого-то там, я не знаю, там в чем сейчас начнут обвинять, то есть это натуральное оливковое масло, натуральный мед вместе с хабат аль-баракой, с тмином, и 7 фиников, вот если вы будете есть его, выпивать воды натощак, вообще все будет замечательно, и будьте здоровы. Всем здоровья. Всем здоровья и процветания. Вот как раз самое первое, что нашла, это именно хадиса о черном тмине, что в черном тмине излечение от любой болезни, кроме смерти. То есть черный тмин излечивает все. Достоверные хадисы Бухари. Вот. И вообще очень много информации в интернете именно по черному тмину. Вы можете посмотреть, чем хорошо. Вот в Египте есть вот как раз масло черного тмина. То есть не сами вот эти вот черные зернышки, а именно масло черного тмина очень полезно. Кстати, в Египте даже многие вот выпечка сверху посыпают черным тмином выпечку. Вот. А так вот можно вот на обычном сайте как раз прочитать, какие витамины содержатся в черном тмине. То есть польза черного тмина для организма человека обусловлено его составом. Семена черного тмина содержат витамины А, Е, Д, С, В1, В2, В4 и В6, фолиевую кислоту, полиненасыщенные жирные кислоты, насыщенные жирные кислоты, незаменимые аминокислоты, бета-каротин, дубильные вещества, кумарины, фосфолипиды, микро- и макроэлементы, различные, цинк, кальций, марганец, то есть все остальное. Калорийность черного тмина где-то 345 килокалорий на 100 грамм. И какими свойствами вообще обладает черный тмин? Это улучшает моторику и секрецию желудка, обладает желчегонным действием, стимулирует аппетит, укрепляет иммунитет, снижает артериальное давление, расслабляет гладкую мускулатуру пищеварительного тракта, снимает спазмы, оказывает также слабительное действие, растворяет камни в почках и мочевом пузыре, снижает холестерин, обладает антимикробным действием, снимает воспаление, устраняет боль, улучшает память и работоспособность, укрепляет волосы и стимулирует их рост, выводит паразитов. Вот. И также написано вот в статье, что стоит отметить, что черный тмин стимулирует лактацию, поэтому его рекомендуют включить в рацион кормящих матерей. Так что вот такие вот интересные вещи.